Ну давай, рассказывай нам про инструменты. Какие здесь инструменты? Молоток. Ну, покажи, я же девушка, я женщина, молоток. Я не понимаю. Молоток. Так, что делают молотком? Стучат. Гвозди забивают? Ага, так. Покажи нам, как гвозди забивают. Так вот. Так, здорово, да. А вот этот другой конец молотка знаешь для чего? Нет? А им, чтобы гвозди вытаскивать, вот так вот подцепляешь ему тогда? Щик. Твоя машина инструмент повезет, что ли? Ну, давай посмотрим туда. Давай, как будто сломался вон тот диван. Все. Что там сломалось? Так, вот это сломалось. Села, да? Да, принтусы. Здесь принтусы надо убрать. Гвоздем прибить, наверное, да? Здесь ремонт у вас? Да. Здесь у вас ремонт, поэтому давай ты будешь как будто помогать, давай? Так, да. Еще один, а там еще есть шуруп, который надо выкрутить, мне кажется. Да. Отвертки, давай. Все вытащили. Вытащили, да. С теми, кого он знает, с детьми, со взрослыми, он, конечно, более раскованный. Ну, когда вот встречается первый раз с кем-то, конечно, он стесняется. У нас все дети стесняются. Как бы мы ни старались социализировать их, все равно получается, что да, немножко это есть. Потому что домашние дети, у них более широкий круг общения, чем у наших детей. Когда ты отдыхаешь, что делаешь? Смотрю мультики. Мультики смотришь. А какой у тебя любимый мультик? Мультик видел, да? А вот смотри, у тебя вот там вот сидят герои различные. Ты знаешь, из каких они мультфильмов? Да? Он, мне кажется, желтый сидит Винни-Пух. Нет? Да. Да? Ну, идем, принеси две свои вот любимые оттуда. Самые хорошие, ладно, игрушки принесешь свои, которые больше всего тебе нравятся. Винни-Пушка. Он очень похож на Винни-Пуха, да? Да. Да. И можно... О, вон, смотри, я даже вижу, у тебя Карлсон там есть. Где? А вот, посмотри, в желтых штанишках. Вот. Давай, идем. В школе готовность им поставили, нашим детям всем, которые в подготовительной группе. Ну, конечно, нужны дополнительные занятия, внимание таким детям. Потому что, конечно, так получается, что небольшая задержка у них есть. Привет, Карлс. Привет, Мишка. Куда ты летал? К мальчику. К мальчику? А расскажи мне про своего мальчика. Мы там с ним играли, веселились. Играли все и варенье, наверное, ели, да? Да, и варенье. А я тоже хочу варенье. Ты мне дашь варенье? Да. Ты, значит, добрый, Карлс. Да. А еще какой ты? Нежный. Нежный? Да. Ничего себе. Веселый, наверное, да? Да. И очень любишь детей, наверное, да? Да. Данила, вот ты можешь сказать про себя, ты сам какой? Я хороший. Вот Данил у нас какой хороший, да. Почему Данил хороший? Что я добрый. Ты добрый, да? Ты, наверное, игрушками всегда делишься, да? Не обижаешь своих маленьких, не обижаешь тоже в группе, нет? Хорошо. А когда ты вырастешь, ты каким будешь? Я буду... массажником. Ты все массаж оденешь. Массажистом будешь? Нет, потом массажником. Потом все массаж оденешь. Ну, это называется человек, который делает массаж, называется массажистом. Да. А тебе делают массаж? Нет. Ну, а кроме того, что ты массажистом будешь, когда ты вырастешь, каким ты будешь человеком? Где ты будешь жить? Вот дома. Дома жить. А с кем ты будешь жить? С бабушкой, с дедушкой. И с папой и мамой.